Кондиционер работает таким образом, что он забирает воздух из помещения лаборатории, в данном случае в верхней части кондиционера расположена запорная щель с фильтром. Проходит он через элемент, который с фреоном, через холодный элемент, и через нижнюю решетку уже выдает холодный воздух. То есть никакого забора воздуха извне помещения, снаружи нет. То есть тот блок, который установлен на улице, он никакого забора не производит. Он действует как теплообменник для того, чтобы отдавать тепло, которое фреон забирает из помещения, в данном случае лаборатории, отдавать тепло наружу. Когда кондиционер работает на обогрев, идет все с точностью до наоборот. То есть он забирает тепло, имеющееся наружу, и отдает его сюда, какое бы оно там было. По правилам работы в лабораториях он должен определенные параметры микроклимата обеспечить, и здесь оно соответствует. Какую он роль может сыграть при работе шкафа? Значит, по всем рекомендациям, и ВОЗовским, и европейские рекомендации, при работе шкафа кондиционер не должен работать. Почему? Потому что он создает направленный поток воздуха, и если этот поток воздуха будет непосредственно направлен на шкаф биобезопасности, то те скорости движения воздуха, которые мы измеряли внутрь шкафа, они могут в значительной мере изменяться. К чему это приведет? Если скорость движения воздуха будет увеличена, то поток воздуха, поступающий вниз шкафа, то есть через проходящий через микрофильтр, он уже не будет ламинарным. То есть создается турбулентное движение, это может привести к тому, что скорости на входе в шкаф значительно увеличатся. Если скорость нисходящего потока тоже увеличится, то это может привести к тому, что поток будет выходить из шкафа. И тот аэрозоль, который там образуется, он просто будет идти на работающий. Поэтому кондиционер рекомендуется всегда выключать при работе шкафа биобезопасности. Естественно, что это не всегда будет комфортно. То есть при расположении данного помещения на южной стороне, летом, понятно, что это не всегда комфортно. Мы рекомендуем обычно кондиционеры располагать таким образом, чтобы поток воздуха, выходящего из кондиционера, не был непосредственно направлен на шкаф биобезопасности. Потому что если бы он висел на той стенке и был бы направлен сюда, то это уже в 100% случаев привело бы к тому, что работа шкафа биобезопасности не была уже гарантирована бы безопасно. В данном случае поток воздуха поступает из кондиционера вниз, перемешивается, и вы видели, что при тестировании шкафа изменение значения скорости по сравнению с паспортным не наблюдалось. То есть такое расположение можно опять же рекомендовать как выгодное, но опять же со многими, то есть должны быть закрыты окна по той же самой причине, потому что поток воздуха, поступающего через окно, это тоже поток воздуха, который может нести ненужные нам коррективы в работу шкафа. И двери, точно так же и двери, и окна, потому что это приведет к образованию сквозняков и дестабилизирует работу шкафа при безопасности. В данном случае, если работающий кондиционер не оказывает, то в принципе, можно рекомендовать его и при работе шкафов биобезопасности. Но опять же, при условии, если он не нарушает потоков воздуха, а это нужно проверять перед каждой работой.